Вітаю. В ефірі «Тема дня» і сьогодні ми будемо говорити про дитячу жорстокість. У нас в гостях Ірина Пікущенко, сімейний психолог. Вітаю вас. Добрий день. Для початку давайте розкажемо телеглядачам, що таке булінг. Булінг – це вид насилля, він може проявлятися от сверстників, от однокласників в учебних заведеннях. Він може проявлятися як в фізичному насилі, так і в психологічному насилі, і так називаємо кібербулінг. Як ви вважаєте, чому діти проявляють жорстокість? Дети могут проявлять агрессию в отношении других, потому что либо это подогревается одним из сверстников, да, ему хочется проявить себя, проявить свое лидерство, проявить главенство, проявить свою власть. Это может быть еще поддерживаемо также учителем, когда он хочет проявить тоже свою власть, да, но только в форме насилия. И это такая крайний способ выражения своей силы, своей агрессии через насилие, через издевательство, через физическое, да, проявление этой власти. Ви ще казали, що це може бути інтернет-насилля. Що це таке? Інтернет-насилля – це постійні угрози, це телефонні дзвінки, це смски, це вимагательство грошей, в тому числі це уніження достоинства і прав личності. Чи можемо ми сказати, що діти-агресори – це ті діти, за якими не дивляться батьки, тобто яким не приділяють увагу? Да, так можно сказать, потому что один из способов формирования позиции жертвы – это когда ребенок сам находится в позиции жертвы в своей семье, либо кто-то из членов семьи находится в позиции жертвы. Собственно говоря, это так называемый треугольник Карпмана, из которого состоит три роли, да, в который входит три роли. Это жертва, агрессор и спасатель. У меня был случай из практики, когда мама пришла с ребенком и говорит о том, что ребенок находится в ситуации буллинга, и он очень замкнут в себе. Мы начали разбирать ситуацию эту, и оказалось, что, оказывается, у них происходит насилие дома, в семье, там, где отец избивает мать, и при этом ребенок находится в позиции бессилия, в позиции жертвы. Он видит эту схему, которая происходит в семье, и он, естественно, выходит с этой ролью, он входит в коллектив, то есть в большее, да, социальное пространство, там, где он как бы фонит этой ролью. Естественно, находится тоже под его формат поведения, и то, что он излучает собой, находится, естественно, агрессор. И начинается уже потихоньку, начинается травля. Скажіть, будь ласка, що робити, якщо дитина попала в ситуацію булінгу? Якщо в ситуацію булінгу попав дитина, то тоді в першу чергу потрібно як можна більше говорити об этом і просити допомоги. У всіх, кого можна. Тобто це батьки, це учителя, це заучі, це директора і це средства масової інформації, куди можна обратитися. Второе – це не затягувати ситуацію конфлікту, це як можна швидше вже сообщити, якщо перші дзвоночки поступили. Тобто якщо починають вже сейчас издеваться, то потом начнут избивать, и потом уже непонятно, чем это и как может закончиться. Третье – это научиться снижать эмоциональный фон от агрессора. То есть не идти в противодействие к нему, да, если он говорит, там, у тебя там кофта из секонд-хенда. Да, мне нравится эта кофта из секонд-хенда, там хорошие есть вещи. Да, идти вот в снижение вот этого напряжения. Вот. И последнее, что это ситуация жертвы, когда сам ребенок несет эту роль жертвы своей семьи. То есть это чувствуется, и тогда в коллективе уже это просто кто-то находится как агрессор, и который начинает провоцировать его, чтобы он вышел из этой роли. В любом случае, любое сознание ребенка, оно стремится к высвобождению и найти ситуацию выхода. Расскажите, будь ласка, про тренинг для підлітків, який ви проводили нещодавно. 9 декабря в рамках международной акции «16 дней против насилия» я проводила тренинг от объединения психологов и психоаналитиков «Взаимодия», «Шлях до поразумения». И у нас было 12 подростков, которые пришли, и мы в виде форум театра воспроизводили сцену насилия. То есть они говорили о том, какие есть сцены насилия, да, буллинга, актуальные для них, и мы их воспроизводили. Мы брали агрессора, мы брали жертву,
выбрали спасателя. И в ходе этого эксперимента и тренинга, что узнавали про себя сами подростки? То есть они говорили о том, что жертва может быть входить в эту роль жертвы, и она не знает, как по-другому взаимодействовать, и то есть она сохраняет даже эту позицию жертвы. Даже когда спасатель приходит, ей непонятно, зачем он приходит. То есть есть даже некая заинтересованность остаться в этой позиции. Это первое, на что сделали вывод. Второе, это когда приходит спасатель, и если несколько спасателей приходят, то тогда уже начинается агрессия внутри группы. И уже тот же агрессор становятся жертвой, а сами спасатели становятся агрессорами. То есть вот эти роли, они очень динамичные, эти границы очень-очень тонкие. Они переходят из одной роли в другую роль. От ви постійно кажете про якісь ролі, так? Хто яку виконує. А чи можливо таке, щоб не виконувати ці ролі, от просто жити своїм життям? Да, это возможно, но для этого нужно, например, той же жертве, да, как выйти из ситуации жертвы, из роли жертвы, нужно в первую очередь обратиться за помощью. То есть нужно самой жертве понять, что она не бессильна, что у нее есть сила, и первое, что она должна сделать, это обратиться за помощью, это первый шаг. Тогда, когда привлекается больше внимания, привлекаются авторитетные люди, тогда возможно становление этой роли, и тогда уже выход на позицию более взрослую, да, и более сильную, что я могу справиться. Скажите, пожалуйста, в каком віці уже треба звертати увагу на свою дитину, чи не є вона жертвою? Я думаю, в первую очередь нужно обращать внимание на то, что происходит в семье между мамой и папой. Если есть зона риска того, что мама и папа в постоянном бесконечном конфликте находятся, и они по-другому не умеют сближаться друг с другом, только обмениваясь агрессией и злостью, то тогда уже это повод задуматься к тому, что мой ребенок естественным образом может быть жертвой. Если мы говорим про агрессию в школе, от, або там у дитячому садочку, мене цікавить вік, якому підвержені діти, от коли треба звертати увагу, починати. Когда проявляется сила уже у ребенка, он может выражать свою собственную силу. У него есть все шансы, да, если мама или папа, или они вместе не показывают границы этой силы, у него есть все шансы перейти в агрессора. Тобто років з чотирьох. Да, років чотирьох, в три года у него начинается формироваться, да, сила воли, то есть он, структура волі у него формируется. От про структуру волі, якщо дитина все ж таки не жертва, а агресор, що робити батькам? Если ребенок агрессор, то тогда родителям нужно показывать границы выражения силы для того, чтобы не передавить его в уровень бессилия, как формируется жертва. Это когда он видит, что я не способен справиться с ситуацией агрессии и насилия. Точно так, если родители сильно будут тормозить своего ребенка в проявлении силы, у него есть все шансы перейти на уровень жертвы. То есть его не треба тормозить? Что треба робити? Хотелось бы... Ему нужно говорить границы. Вот, допустим, ты можешь выражать силу, например, ты можешь забрать игрушку, да? Но ты при этом не бей другого ребенка, или обменяйся, или научи так ребенка разговаривать, чтобы он не проявлял агрессию. То есть отстаивать правильную коммуникацию, правильно научиться разговаривать и показать границы выражения собственной силы. А якщо ми кажемо про агресію від вчителів, тобто ви на початку казали, що вони теж можуть її проявляти, так як вони більш авторитетні, так перед дитиною, що робити дитині? В этом случае это одно из правил, когда происходит буллинг и травля. Это нужно идти, не затягивать конфликт. То есть есть свойство конфликта перерастать в огромную-огромную такую вот лаву, да, которая может настигнуть. В первую очередь нужно идти к более авторитетным лицам. То есть это привлекать родителей для того, чтобы помогли справиться с этой ситуацией. Второе, это нужно идти к вышестоящим людям по должности. Это заучи, это директора. И потом уже, я знаю, что такие ситуации не всегда срабатывают, идти либо в средства массовой информации, либо те социальные службы, которые помогли бы, которые больше, да, которые бы привлекли внимание к этому вопросу. Потому что у нас, к сожалению, подобные роли иногда даже поощряются нашим, ну, как бы менталитетом. Поэтому если социум подключится и средства массовой информации, более авторитетные люди подключатся в этот вопрос, то тогда есть все шансы подвергнуть этому вопросу, придать отрицательный аспект, что это нехорошо.
Дякую, що прийшли і розповіли про все більш детально. Будемо мати надію, що діти все ж таки не будуть по відношенню один до одного жорстокими. А я нагадаю, сьогодні ми намагалися максимально детально розказати про те, що треба робити, щоб дитина не була жертвою. І як поводитися з нею, якщо дитина агресор. У нас в гостях була Ірина Пікущенко, сімейний психолог.